Самые главные гости на всех праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, это, конечно, наши уважаемые ветераны и матери погибших защитников Отечества. Открывая концерт, начальник управления культуры администрации Сухум Анала Хашык поздравила всех жителей Абхазии с освобождением столицы. Исхайка Бипарачец, записать на схапу за задача, утирывала ветеран Чаяя Азазгас, еха Хахушва Пихо, еха Пиачар Чапшила Яадзазару, еха Лая Кубас, и Рухто, записать на схапу за задача, и ветеран Чаяя Рухто Харая Хабарац. К поздравлениям присоединился и глава столичной администрации Адгур Харазия. Мэр отметил, что народ Абхазии шел к этой победе очень долго. Геройски проявляли себя абхазы и в сталинские времена, когда приходилось бороться даже за то, чтобы говорить на родном абхазском языке. Причем волю и смелость проявляли и представительницы прекрасной половины человечества, отметил Харазия. Защитница Отечества, герой Абхазии Имзия Бия вспоминает, как бойцы надеялись лишь на победу, шли в последний бой только с этой мыслью, зная, что их страна будет освобождена от врага, и Абхазия станет независимой. Еще до сего оттенчик сказал, еще зимний вечер другие сыгрывался, ушел. Аринахас, Аризра, алло, Аридора, алло, Аридора, алло. После официальной части начался праздничный концерт. В программе песни, стихи, танцы и, конечно, хроника военных лет. Анастасия Никонова, Сасрапуа Гухаба, Абаза ТВ.